В данном подъезде ремонт не проводился более 20 лет. Монтажники заменили окна в подъезде, мастера по малярным работам подготовили стены и потолки под покраску, покрасили перила и выполнили ремонт откосов. Работы проводились около 2 недель. В принципе, сделали все быстро, качественно. В подъезде ремонт отличный. По сравнению, что раньше у нас было, сделан хорошо. Рабочие добросовестно относятся к своей работе. Очень добросовестно. И вот он трудолюбивый человек, вы понимаете? И если бы таких у нас побольше было людей. Я писала, обращалась в городскую власть. Конечно, городская власть вот отнеслась к нам честно и порядочно.